и по всем же немецким законам должна была обнаружиться чуть рожа и дружеское пояснение. Сидоров поел. Поэтому Сидоров, не заподозрив худого, мгновенно развернул послание и остолбенел. Внутри крупным красивым почерком было написано: «Сидоров, я тебя люблю!» Сидорову почудилось издевательство. Кто же ему такое написал? Прищурившись, он оглядел класс. Автор записки должен был непременно найти себя. Но главные враги Сидорова на сей раз не ухмыляли злорадно. Но зато Сидоров сразу приметил, что на него, не мигая, летит Воробьёва. Сомнений не было. Записку писала она. Но это что же получается? Что Воробьёва его любит? Что значит любит? Какие последствия это повлечет? И как теперь Сидорову быть? Будем рассуждать логически, рассуждал Сидоров. Вот что, к примеру, люблю я? Груши. Люблю, значит, всегда хочу съесть. Тут Воробьёва обернулась и кровожадно облизнулась. Сидоров окоченел. Ему бросились в глаза ее давно не стриженные. Ну да, настоящие когти. Почему-то вспомнилось, как в буфете Воробьёва жадно догрызала костлявую куриную ногу. Надо взять себя в руки. Взял себя в руки Сидоров. Руки оказались грязными, но Сидоров игнорировал мелочь. Я люблю не только груши, но и родителей. Но не может быть и речи о том, чтобы их съесть. Мама печет сладкие пирожки, а папа часто носит меня на шее, а я их за это люблю. Тут Воробьёва снова обернулась. И Сидоров с тоской подумал, что придется ему теперь день деньской носить ее в школу на шее и печь для нее сладкие пирожки. Еще не все потеряно, подбадрил себя Сидоров. Я также люблю нашу собаку Бобика, особенно когда дрессирую его или выхожу гулять. Тут Сидорову стало душно при одной мысли о том, что Воробьёва может его заставить прыгать за каждым пирожком, а потом выведет на прогулку, крепко держа за поводок, не давая уклоняться ни вправо, ни влево. Я также люблю нашу кошку Мурку, особенно когда прямо в ухо. Нет, это не то. Мух люблю ловить, в стакан сажать. Нет, ну это уже слишком. Игрушки люблю, которые можно сломать и посмотреть, что внутри. От последней мысли Сидору стало нехорошо. Спасение было только в одном. Он торопливо вырвал листок из тетрадки, решительно сжал губы и твердым почерком вывел грозные слова. Воробьёва, я тебя тоже люблю. Пусть станет страшно.